Школьники Ханголасского района в скором времени смогут отказаться от калькуляторов. В образовательных учреждениях района внедряют современные методики развития интеллекта детей, позволяющие совершать сложные математические вычисления в уме. Речь идет о ментальной арифметике. Подробности в материале Виолетты Засимовой. Ментальная арифметика – это уникальная методика развития умственных способностей детей от 4 до 16 лет. Обучаясь ей, ребенок может решить любые арифметические задачи, такие как сложение, вычитание, умножение, деление, вычисление квадратного корня числа за несколько секунд в уме, быстрее, чем с помощью калькулятора. На базе Махсагаловской средней школы были организованы обучающие курсы по ментальной арифметике для педагогов района с привлечением специалистов из Казахстана, где данная методика широко распространена. Курсы будут у нас длиться до 8 ноября. 8 ноября они все сдают экзамены. Те, кто успешно сдают экзамены, получают удостоверение о разрешении распространения применения этой методики к своей преподавательской деятельности. Основной инструмент, применяемый во время обучения детей ментальной арифметике, это счеты, называемые абакус. Но на самом деле, если мы сможем вспомнить наши далекие времена, когда в магазинах продавцы, да, считали на счетах, в принципе, система осталась прежней. Конечно же, и дети, и педагоги, мы работаем на этих специальных счетах. Сама суть заключается в использовании этих счетов. То есть дети сначала считают на этих счетах, они учатся делать различные действия, умножение, деление, сложение, вычитание, и затем они делают все то же самое, только уже у себя воображение. Курсы для педагогов только начались, но уже есть первые положительные отзывы. В данное время у нас очень много детей гиперактивных, которые не могут сидеть, воспринимать вот это все. А здесь как раз-таки вот эта методика учит сконцентрировать внимание и сосредоточиться, ну, на новых знаниях. И счет очень интересный. Умножение мы еще не прошли, но сложение и вычитание очень понравились. Со школы нас пятеро учителей. Мы уже все закупили, там 5 комплектов, и готовы работать с детьми. В Якутии новая методика только набирает популярность. Так, в столице уже есть несколько специализированных центров, которые предоставляют свои услуги на платной основе. Ханголасскому УСе обучение ментальной арифметики будет бесплатным и войдет в основной учебный процесс. Виолетта Засимова, Александр Юрков, НВК Саха, Ханголасский УС.